Like, he would buy me, like, little booklets. Деревянные игрушки новогодние. Это масла. Такой рынок классно. Мне нравится здесь сюда. No saliste solo de mi lado, pero porque estaba esperando a que se fuera la gente, te quitaste el puesto. Ah, no sé si sales un poquito. Все, ручное изделие, кожаные сумки. Столько всего интересного и необычного, это вообще жирафик. Вау. Это рынок ручных изделий. Здесь все ручное. Здесь всегда всего столько интересного, потому что ручная работа. И нету нигде похожего на это. Это на Union Square. Это тоже вот все ручные изделия вообще. Это очень большой рынок. Перчатки. Hi, thank you.
Вот это я не знаю, наверное, это золото. Нет, это не золото, это, по-моему, о, тоже снимают. Это, по-моему, как телевидение, что ли, не поняла. В Америке ручное изделие, оно очень дорогое. Просто ручные бусы, например, если сделали, может стоить где-то 50-30 долларов. Очень дорого. Это сумки. Шапки.